современном мире человек окружен массой забот. Но на что нужно обратить внимание в первую очередь? Конечно же, на свое здоровье. Поэтому каждому необходимо проходить диспансеризацию, профилактику и другие медицинские осмотры, которые помогут выявить проблемы в организме. Тем более это очень легко и бесплатно. Вам нужно лишь прийти в свою поликлинику с паспортом и полисом ОМС. Регулярная диспансеризация и профилактика – ключ к спокойствию за завтрашний день. Вам больше не придется болеть. Гуляйте в любимом парке. Встречайтесь с друзьями. Будьте с тем, кто вам дорог. Уверенность в своем здоровье – счастливая и долгая жизнь. Сагаз Мед. Выбор миллионов – забота о каждом.